Здравствуйте. Сегодня расскажу о молодости кожи. Это видео будет подарком, наверное, для женской половины моего канала. На современном этапе ученые активно изучают воздействие метиленового синего на нашу кожу. Так устроен наш организм, что со временем клетки запрограммированы все меньше выделять коллагена и больше ферментов, которые приводят к старению нашей кожи. Что интересно, что метиленовый синий продлевает жизнь клеткам, которые вырабатывают коллаген. Это клетки фибробласты, клетки, которые вырабатывают коллаген для того, чтобы наша кожа не старела. Ученые работают в этом направлении, и, наверное, не только вопрос о стволовых клетках и о прочем, но и о метиленовом синем тоже поднимается очень активно. Как только ученые найдут то конкретное воздействие и смогут это применить в медицине, я думаю, что появится ряд лекарств, различных препаратов, различные маски для лица и кожи, крема, которые будут направлены на то, чтобы омолодить и предотвратить старение нашей кожи. Если это видео было вам полезно и интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс и делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо, всем пока!